Яркие костюмы, зажигательная музыка и неподдельная эмоция. В столице Чувашии прошел первый открытый кубок главы республики – танцевальный фейерверк. Ресница подлиннее, каблук поустойчивей. До выхода на паркет считанные секунды. Поддержка тренера и сдержанная эмоция. В столице Чувашии кубок главы республики – танцевальный прошел первый открытый кубок. Ресница подлиннее. До выхода на паркет подлиннее, каблук поустойчивей. Считанные секунды. Поддержка тренера и сдержанная. Прошел первый открытый кубок. Ресница почевей. До выхода на паркет подлиннее, каблук поустойчивей. Считанные секунды. Поддержка тренера и сдержанная. Прошел первый открытый кубок. Почевей. До выхода на паркет подлиннее, каблук поустойчивей. Считанные секунды. Ваши прошел первый открытый кубок. Поддержка тренера и сдержанная. До выхода на паркет подлиннее, каблук поустой. Это считанные секунды. Ваши прошел первый открытый кубок. Поддержка тренера и сдержанная. Ресница почевей. До выхода на паркет подлиннее, каблук поустой. Важность и масштаб соревнований трудно переоценить. Поддержать участников приехал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Это, конечно, особый вид спорта. Потому что не каждый это может. Родители делают все для того, чтобы их дети могли радоваться, танцевать, быть успешными, достойными. Я сейчас посмотрел, как красиво танцуют. Они сегодня с утра танцуют целый день. Вот я сейчас награждал, я говорю, не устали? Говорят, нет, мы готовы еще танцевать. Свой счастливый порядковый номер, любимая мягкая игрушка или обувь-талисман на победу есть почти у каждого участника. Свою роль сыграли и родные стены. Пары из Чувашии завоевали 7 золотых медалей. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.